Так, Алины и последняя битва. Все круто. Так, защита на 50%. Отлично. Ну и тут неплохо. Тут недокачанные, получается, три героя. По 10 очков не хватает. Саву полностью. Джакома полностью. Да, здесь попечальнее ситуация. Здесь чисто вот эти два хотелось скачать. Ну, крутые герои. Уровень 5 есть, по крайней мере. Ну, а эти вообще слабенький уровень 2 всего лишь. Ничего не качал. Война богов. Так, бог смерти, предводитель богов Клотлов, предпринял возведение невероятного телескопа. Падшие говорят, что это уста, которые способны общаться со звездами. Я не уверен, что может случиться по завершению этого проекта, но одно ясно: бог смерти пойдет на что угодно, чтобы добиться этого. Мы низвергнем бога смерти, уничтожим его проект и раз и навсегда избавим мир от этой мерзости. Бога смерти защищают три энергетических барьера. Каждый энергетический барьер питается от двух силовых стыков, установленных рядом с тарелкой. Подкрепления подойдут через два прохода сбоку. Наши силы разделены на две армии, по одной с каждой стороны тарелки. Мы ударим одновременно с двух сторон. Так, ну, соответственно, рассмотрим две армии. Что у нас тут? Исследований никаких нет. Так, красная и желтая. Посмотрим, кто тут есть. Значит, желтая. Тут у нас Алины. Алиновская армия, вот они все галепы. Так, что здесь? Здесь у нас галемы производятся, но бабла пока нет. Так, добыча маленькая. Вот что-то можно захватывать. Строится все что угодно. Конечно, слабенькое все. Герои у нас Ари. Так, прокачанный Андромалир. Слабенький Ионташ и Даманур. Ну, армия неплохая, в принципе, нормально. Здесь у нас квотлы делаются.
Котлы прибывают отсюда и из многих других точек вроде этой. Если разрушить их, у нас будет меньше противников. Надо найти средства против угрозы с небес. Защитный экран дрожит. Скорее отключай силовой узел на той стороне. Первый защитный экран отключился, но охрана двух других наверняка сильнее.
Второй защитный экран дрожит. Надо отключить силовой узел на той стороне. Второй защитный экран отключился. Еще чуть-чуть, и мы доберемся до Бога Смерти. Я такого даже представить себе не мог. Третий защитный экран вот-вот падет. Скорее на ту сторону.
Все энергетические барьеры отключены. А теперь покончим с сыном. Ну вот и все. Сейчас все будет кончено. Все, кончилась твоя власть. Сейчас мы с тобой покончим.
Осторожно, сфера смерти! Thank you.
И что теперь делать? Дел много. Надо отстраивать город. Наши города слишком много воевали друг с другом. Винчи должны объединиться. Джакомо дал нам шанс, но остается еще дюжина мелких лордов, каждый из которых мечтает о верховной власти. Не знаю, кому из них можно доверять. Я должна уйти. А куда ты пойдешь? Ведь ты помогла спасти мир, Ари. А он отправил тебя в изгнание, потому что ты не спросила у него разрешения. Он рассердился, что я не выполнила приказ. Он рассердился, потому что ты выставила его не в самом лучшем свете. Алинами должна править ты. От Кокулы ничего не слышно? Слышно. Квотлы приспосабливаются. У них тоже есть статуи Джакомо. Они называют его «Победитель ложных завоевателей». Приезжай как-нибудь, хорошо? Ну вот и закончилась игра.